получить наследство рода Каиду и Нептуну. Получить наследство из далекого прошлого, если точно знаете, что оно ваше и делится на всех наследников. Но если вы единственный из тех, кто остался и вашему роду принадлежало большое имущество, то вы получите право и часть вернут в этой жизни. Пишем на листе А4 или на песке, или на снегу. Прошу вернуть высшие силы, наследство мне положенное по праву моего рода, заклято. И пояснить своими словами, о чем речь. Бумагу сжечь, пепел развеять. Текст на песке или снегу посыпать песком или снегом, пропуская через ладони. Пишем палочкой или камешком, или пером. Текст засыпать полностью, дар и откуп не нужен. Если основание реальное, что-то получите. Когда пишем, открываем кавычки и палку или камень, которым писали, оставляем навсегда в этом месте, больше ее не берем и уходить.